Здравствуйте, дорогие товарищи, рабочие, колхозники, возможные колхозные интеллигенции. Вы думаете, мы арабы, да? Мы кавказские абреки. Ходили поход тудом-судом, Средиземное море, немножко заблудились, приехали в Египет. Там пошли в ресторан, туда-сюда закусили. Деньги кончились, одежда кончилась. Мы там купили мумию, говорят, очень дорого стоит. И вкусно кушать, если оно появится, мы вам его предложим. А сейчас нас мучает тоска по родине. Мы вам хотим спеть песню, как поют у нас на родине. Трагедия называется «Горская легенда». Шутился один барашка, долго бегал из рубашки. Он потом купил рубашки, на руках его держал. А потом надел обновку, чувством долгим расстановку. И разбил до обстановки, за мужчиной подошел. Видит волк и бежит барашка, новым джинсовым рубашкой. Хочет кушать волк и бедняжка, даже язык свой пора глотнул. Он кричит: «Эй, барашка, покажи мне свой бумажка, что не можешь. Твой папашка воду пил из моего ручья». И политически смеялся, но мой отец сорвался, а мой отец проголодался, а как за цель сегодня я. А под баранку бровишку прятал свой чистый фигурка, злой авторитетный нюх, страшный заяц, каратист. Подошел, раздвинул пальцы, и как ухватит волки за горло. Сущий забыл дыхание с пола, сущий конченый садист. И там вегетарианцы делал с волком, что хотел. Есть морал, и это в басне, жизнь теперь такой опасный. Зверь теперь такой ужасный, а сущий полный беспредел. Даже если ты слабый и здоровый, даже ты с ним одной кровью, даже если ты любовью и занимался ему мать. А если ты захочешь кушать, он тебе не станет слушать, он тебе мал-мал задушит. Делать лишний слов, а хочешь жить без огорчений, своим задним с приключений. Слушай, моя нравоучение, и читай, дедушка, крыло. Hey!